Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с Анной движемся в рабочее время в магазин. В какой магазин? Где продают проводки. Мы заедем в офис Дипа. Покажи, для чего нам проводок нужен. Вот для такой штучки. Да. Ну, подожди, а что это за штучка, ты знаешь? Чтобы делать видео и транслировать его на весь мир. Да. Что-то в этом роде. Это, да, эта коробочка позволяет обычную камеру, которая вот просто видео снимает, превратить в веб-камеру. То есть можно, например, делать лайв-трансляцию на YouTube. То есть у меня аккаунт позволяет. Но если, допустим, у нас партия большая, ну вот что ты будешь с лэптопом ходить и с этой веб-камерой? Понимаешь? Или даже ты ее в руку возьмешь, эту веб-камеру. А с какой тогда камерой? Любой, моей обычной камерой, Sony, Panasonic, Canon, берешь обычную камеру, оптическую, с хорошими делами. Конечно, ты не можешь на YouTube онлайн-трансляцию сделать какое-то супер-дюпер качество, у тебя не получится. Но, тем не менее, во-первых, это будет не хуже, чем веб-камера. Хотя веб-камера сейчас очень приличная есть. Но ты можешь навести поближе, понимаешь? Угу. Ты можешь что-то такое делать. И плюс это еще и запишется? Ну, когда ты делаешь трансляцию на YouTube, оно пишется автоматически, да. Потом можно отредактировать. Вот если ты смотрела видео там на канале Балашова, они делают на YouTube такие трансляции. Вот я с ним интервью просто делал. А, это видела. Да, ну так вот, а я смотрю на них, понимаешь, оно с задержкой идет. Там может быть минут 10-12 задержка. И минут 10. Минут, 10-12 минут. То есть, если мы сегодня стоим с тобой и через нашу камеру на YouTube делаем вот эту лайв-трансляцию. А как же тогда разговаривать с ними? Они задают вопрос, надо подождать 10 минут. Нет, так не получится. Так не... Нет, они вопросы задают по телефону. Там можно по скайпу звонить и так далее. Но, конечно, если они видят нас на 10 минут задержкой, то у них так не получится, безусловно. Угу. Но дальше остается видео. Это видео лежит там на канале у того же Балашова. И можно прийти и посмотреть. Если канал там не закроют или что-то такое, так всегда можно прийти и посмотреть. У нас, друзья, дождь. Правда, как прикольно? Классно. Классно. У нас вообще дожди обычно зимой, а летом никогда не было. Но так может быть теперь летом уже дожди будут, а зимой нет. Я даже не знаю, как вот теперь. После 5 лет проживания в Аризоне я так люблю дождь. Правда. Каждый раз, когда дождик идет, прям аж удовольствие получается. А вот мы тут в Калифорнии, почти как в Аризоне, тоже любим дождь, потому что видим дождь редко. Когда дождь, радуются все работники ремонтных мастерских автомобильных, страховые агенты, адвокаты, которые занимаются претензиями по автомобильным происшествиям, потому что они дождь – это их время. Люди не привыкли под дождем ездить, они сразу биться начинают, там дистанцию не соблюдают, еще что-то, въезжают, колотят. В общем, самое время для каких-то категорий вот тружеников. Ну что, значит, мы осваиваем потихонечку вот эту вот лайв трансляцию. И вот эта коробочка, покажи еще раз коробочку. Вот эта коробочка, она, ну ты не тряси, вот пусть народ почитает. Эта коробочка, она по идее должна, ого-го, стоит 130 баксов. Теперь что, если иметь, например, софтвер специальный, то можно иметь такие две коробочки. А даже вот если умудриться, то и три. И через каждую коробочку подключать отдельную камеру. То есть можно работать на нескольких камерах с этим. Представляешь? Но я думаю, что нам одной хватит выше крыши. Но в принципе, как бы есть всякие задумки творческие, когда, может быть, две камеры будет нужно. Но мы попробуем с одной. Потому что мы еще и с одной-то не пробовали. Если уж так всю правду, если на чистоту. Вы можете спросить, что такое скрипит тут? Это моя обувь, друзья, скрипит. А педаль, потому что мокро. Вот наш, друзья, в офис Дипа был безуспешным. В том смысле, что нет у них такого шнура. Я хочу, чтобы ты показала разъемчики. Вот покажи вот эту часть. Вот нет, вот эту часть покажи. Да. Вот эту? Вот эту часть. Значит, эта часть идет в сторону камеры. И на камере есть мини-HDMI порт. Мини. Поэтому, значит, вот этот мини-HDMI порт шнуром соединится вот с этим, который уже не мини, а просто HDMI. И бух сюда воткнулись, да? Дальше коробочка сделает свою работу.
по превращению того, что пока дает камера, в то, что можно отдать компьютеру. И дальше в компьютер оно должно попасть через вот, вот этот порт, да, который называется Thunderbolt. Вообще Thunderbolt — это технология целая, это не просто шнурок и не просто разъем. Но... Так, я смотрю, тут развернуться надо. Мужик в офис Дипа, который, значит, посмотрел на это, на все, сказал: это от MacBook'а, сказал он. Я говорю: ну, не только, потому что у меня, например, Asus, этот самый такой гейм PC-шка, да, называется Republic of Games. Так что не могу сказать, чтобы это исключительно было прерогативой маковской, но действительно, маковские многие поддерживают. А что, тут налево нет? Нет. Окей. Ладно, сейчас развернемся. Значит, ну, тем не менее, он пошел, проверил на компьютере, и компьютер ему говорит: надо заказывать, потому что в магазине они этого не держат. Поэтому мы сейчас подъедем в большой магазин, где есть все, под названием Фрайс. Просто до него дольше ехать. Во Фрайсе должно быть все, правда? Должно быть. Вот. Конечно, можно сказать, все есть на интернете. Например, на Амазоне или где-нибудь на eBay. Угу. Но, друзья, кто же пойдет в дождь на Амазон, когда можно сесть в машину и почувствовать себя, знаете, таким старомодным дедушкой, который пошел, вот, с этой, как сказать, с Машенькой, внучкой, там, вот, или там, Настенькой, там, медведю, с кем со положено? Со Снегурочкой. Со Снегурочкой. Она же тоже внучка. Да. А, ну, и Настенька, по-моему. Настенька, точно. Это, ну, тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красавица. Вот. Это мне комплименты пошли. Да, в нашем внучкой случае. Назвали. Да, в нашем случае я бы сказал: сухо ли тебе девица, сухо ли тебе красавица. В общем, короче, друзья, мы старомодно. Значит, старомодно, как лохи. Вот. Залезаем в Lexus и едем, понимаешь, едем по дороге. Вот тут гугловские всякие машинки, беспилотники ходят туда. Ужас, что-то они... Невозможно стало по местности ездить. Понимаешь, это Google просто уже затерроризировал своими машинками. Delivery вот эти вот, как он, Google Express? Google Express. Да, со всех сторон народ пользуется. В общем, сколько других машин уже скоро не останется. Если они начнут еще в рент давать, там, по вызову, знаешь, там, роботы будут приезжать и пьяненьких отвозить, или там, трезвеньких. Ну, а я же слышала прогноз, что частная собственность, да, машины в частной собственности скоро исчезнут. А это где прогноз? За ненадобностью. А не знаю, в какой-то газетке читала, что надо тебе куда-то поехать. Ты звонишь, машинка за тобой приехала, тебя отвезла и в гараж уехала, все. Да. Это сейчас очень популярная тема обсуждается, потому что действительно не нужно покупать машину. Все-таки машина дорого стоит. Ну, там, скажем, много тысяч, да? А так вообще ничего, там надо, тебе сел, подъехал. И водитель не нужен, понимаешь? Да, и водителя дешево не будет. Это именно из-за Гугла такой прогноз. Да. Вот она, кстати. Мы ее догнали. Мы ее догнали, но она self-driving car на нем написано. Там явно кто-то есть, нет? Ну, они тестируют пока, да, там должен быть кто-то для подстраховки. Self-driving car. И так у нее сверху такой крутится, дружок. Она... Ты хоть знаешь, кто за тобой едет-то? Ты знаешь, какой риск у тебя вообще? Он не понимает. Нас вот этими технологиями не взять. Я правильно говорю? Нет, можно догнать. Можем и догнать, и приблизиться, и на хвост сесть. Вот. А можем и с монтировкой. У меня нет монтировки. Но я, в принципе, в культурном плане мы могли бы. Просто мы уже отвыкли. В Кургане. Представляешь, что ты из Кургана? Да там сломом придут, не то что с монтировкой. Ну уж. Нет, у нас в Кургане нормально все. Нормально, да? Конечно, есть. Ну, я думаю, далеко от Москвы, значит, там должны быть крупнее предметы. Нет? Я не знаю. Я общалась с нормальными людьми, поэтому в Кургане... как-то там себя абстрагируешь от внешнего мира, выбираешь себе друзей получше, и все шикарно. То есть можно жить? Можно, конечно. Ну, хорошо. Жить можно везде. Ладно, жить можно везде, но какой-то шнурочек, extension cord по-нашему, для вот этого разъема Thunderbolt-овского. Понимаешь, они положили Thunderbolt на тех, кто хочет купить шнурок. Понимаешь, что это получается? Это у вас какой-то Home Depot такой, не техасский, маленький какой-то. Зашли, маленький. Там даже смотреть некуда. Нет. Парковочка, некуда. Три парковочных места, какой-то магазинчик маленький. Да, а в Техасе, как это было бы... А в Техасе припаркуешься в поле, так, и все твое. И все поле твое. Да, и магазины огромные. Да вы что? Конечно. Это вам не Калифорния. Да.
Анна, вы смотрели... Да. О, давайте я про Анну вам расскажу. Что она так сидит, я вам ничего не рассказал. Значит, Анна у нас ушла из Гугла. Ушла. И... Гугла. Гугла. Ну, так мы, на фене такой айтишный. Ушла из Гугла и будет теперь у нас в офисе помогать, потому что... Почему? Ну, вот так захотелось. Ну, детки маленькие, да. У нас, на самом деле, конечно, в офисе очень много гибкости. То есть, бывает, что в субботу выйдешь, значит, там другой день не выйдешь. Бывает вечером, значит, не утром. То есть, я могу сказать, что даже преподаватели, которые уроки ведут, у них все равно очень-очень много гибкости. Потому что у нас взаимозаменяемость. И даже я могу тряхнуть, вот, ну, чем осталось, и тоже урок какой-нибудь провести. Правда, не по любой теме, но... Поэтому у нас большая взаимозаменяемость и у нас абсолютная гибкость графика. А у тебя еще муж по ночам работает или как? У меня муж сейчас переходит на новую работу. Да? Подожди. Hopefully. Подожди. Да. В рамках того же места или вообще в совсем? В рамках параллельного места, но из той же серии. Но это тоже профсоюзная работа. Да, тоже профсоюзная, со всеми делами. Так. Ну, так я первый раз слышу, друзья, вот поверьте, скрытное, как я не знаю, что. Так, щипцами надо вытягивать. Они в кургане, знаете, какие? Ничего, ни слова не скажут. Вот, но мы же еще не перешли, что же раньше времени. Так что, так и куда он хочет перейти? В общем, там у него график просто будет такой, что мне придется быть очень гибкой с моими детьми. Их в школу отвозить, забирать и все такое. Сейчас он больше вечером работает. У него просто график будет непонятно какой. То есть ему позвонили, сказали, и он поехал. Угу. Все. По вызову. Типа того. И получается, что он может и ночью уехать, и днем. В общем, уехать. Короче, Анна будет ассистировать мне в онлайн-классе. Это значит, что между уроками она будет делать такой саппорт тех, кто учится. А там у нас большие группы сейчас стали. Вот еще месяц до новой группы, уже за 60 человек там записавшись. По 8 человек в классе, поэтому она будет делать такой саппорт между уроками, что важно, потому что у людей вопросов много возникает. Вот. И проекты у нас тоже, нам сейчас на школу стали давать проектики, значит, надо будет тестировать, то есть она как бы применит те знания, которые получила там и в Гугле уже практическим таким тестером, и теорию, которую она у нас все-таки изучала. Вспомнится теория, это что изучала? Конечно, я ее как бы и старалась и не забывать. Ну и хорошо. Вот, так что у нас вот, можно сказать, в полку прибыло тестеров, курганцев. Ты же тестувальник. Тестувальников. А ты будешь тестувальница. Это женский род, видимо. Да. Тестувальник как-то круче звучит. Правда? Ну хорошо. Вот. Что еще сказать-то? Подожди, мы на тебя переключились. Надо было ребятам сказать, потому что они не знают. Я о другом о чем-то хотел сказать. Я помню, но забыла о чем. Как что ж ты помнишь? Я помню, что мы к чему-то это... Мы о чем-то начали говорить. Скажи, вот ты смотрела видео с девочками, вот я вчера? Первую часть посмотрела, а потом все. Первую? Да. Ну, хорошо. Ну, первую ничего? Конечно, у вас все видео ничего. Не, ну подожди. Ну вот у нас чего-то я смотрю, какая-то реакция такая, знаешь... неприятие какое-то, то есть много, неожиданно много дизлайков вот и на девочек, и на Наталью в пионерском галстуке. Я не знаю, люди я как бы тоже видела немножко комментариев, жалуются, что не информативно. Ну, так не каждое же видео вам будет прям... А информативно для это информативности как? Я тоже не знаю. Ну смотрите, классы у Михаила выложены. Не знаю, там информативно. Может, им еще хочется, чтобы вы о чем-то философском все-таки беседы вели. Ну, не то, что конкретный персонаж кто-то не любит, вот этого не любит или того не любит. Там, допустим, с Украины Боже не любит. Мой. Если мы еще на этом будем акцентировать внимание, кто кого не любит, так... Да. Так кого что доснимать? Себя. Да, нет, ну вот тебя можно снимать. Так сейчас подождите, сейчас вам выскажут. На тебя никто не пишет там гадости пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, ну бывает, знаешь, это... Да бывает. Про всех бывает. Про всех бывает, да. Ну что же, как тебе у нас вот уже пару дней в офисе-то? А, пока хорошо. Пока все нравится. Ну понятно, что делать?
То есть несложно? Несложно, и все время что-то делают. Интересный парадокс. В Гугле мне казалось, что день тянется долго. Так. А здесь он как-то раз и все. Пролетает. Раз и все. А вот с нашей базой данных научилась работать? Конечно. Да. Несложно? Я даже сам могу иной раз зайти, только я логин свой не помню, поскольку редко пользуюсь. Но иной раз зайдешь и думаешь, смотри-ка. Мне понравилось, что с приходом Кости и Гали вас навели порядок во многих вещах. Потому что, насколько я помню, когда мы учились, мне кажется, было немножечко с рекордзами у вас проблематично. А сейчас все, что хочешь, можно вытащить, посмотреть. Стало про каждого студента. Больше, я скажу так, оно все было в соответствии с требованиями, но оно не было функционально. И вот Галя, например, она такая организованная очень, она впервые сделала такое расписание, которая свела вместе всех педагогов, и по нему очень удобно стало смотреть на, как сказать, на загрузку и оптимизировать по многим показателям и так далее. То есть вот действительно такой элемент. Нет, очень, я impressed называется. Да, надо сказать, что ребята молодцы, потому что Галя, будучи как бы супругой человека, стажера, да, она получила разрешение на работу, ей дали. То есть это можно, но это надо как бы оформить грамотно. Вот они получили на нее разрешение на работу. И, в общем, молодцы. Молодцы. То есть люди нетривиальные, соответственно, они в хорошую сторону изменяют нашу школу. Не, ну, просто видно невооруженным взглядом влияние. А знаешь, что интересно? Я Свете говорю, давай, может быть, как-то заплатим побольше и увеличим скорость интернета в офисе. И я говорю, позвони там в этот Камкат, спроси, что есть. А у нас 100 мегабит на download и где-то 20 на upload. Ну и она звонит и говорит, ты знаешь, говорит, сказали, что за деньги там что-то у них вроде больше нет, но могут бесплатно сделать не 100, а 150. Ну давайте. Ты понимаешь, вот у нас тема была, что вот как кидают в Америке. Вот кидают, разводят там денег и так далее. Не взяли. Да, нет. Ну, можно сказать так, но можно сказать, что кинули, потому что никто не сказал, что можно за те же деньги взять. А нужно именно позвонить. Ну что же они будут всех обзванивать и предлагать? Это другое. Это другое. Но это какие-то люди скажут тебе, что вот это и есть кинули, потому что была какая-то возможность, а они тебе не сказали. Ой, в Америке таких возможностей очень много на самом деле. Да. Если позвонить и попросить, бывают очень приятные особенно сюрпризы. Особенно компании, которые занимаются телекоммуникациями. Телефонные, интернетные, там вот все виды коммуникаций. У них политика такая. И сколько я себя в Америке помню, там 25 лет, вот столько они были такими. У меня муж этим увлекается. Так, расскажи. Ну, когда они поднимают цену, он им звонит и говорит, я сейчас от вас отпишусь. Так. И они ему сразу снижают опять до того, что было раньше. Ну, дело не в том, что он сказал, а дело в том, что он позвонил. Да, то есть, да. Один звонок. Если они не могут этого сделать, они ему скажут, ну, извините. Они всегда могут. Ну, подожди, что не всегда. Может быть, политика, там, скажем, ниже чего-то не опускаться, знаешь как? Не, ну, я имею в виду, вот у нас был, например, контракт. Угу. Контракт истекает. И теперь они имеют право поднять. Они нам его поднимают, он им звонит, говорит, тогда я ухожу. Они говорят, ой, стойте. И обратно ее. Вы можете позвонить и не говорить, что вы уходите. Вы можете позвонить и сказать, ребята, я вот интересуюсь, какие есть программы. Говорят, нет никаких. Правда? Правда. А если говорить, тогда сказать, я что ухожу, да. Вот так. Да. Ты знаешь, тонкость какая. Вот люди, которые знают Америку-то, они вот... Да, говорят, тогда закрывайте мой аккаунт, я пошел вот к тем-то. У них вот такая-то цена. Они говорят, ой, подождите. Но он должен знать тех и знать, какая цена. Ну, конечно, да. То есть все равно какое-то время надо потратить. Надо. Как и маркой почтовой, да? Чтобы спереди погладить, надо сзади полезать. Понимаешь, то есть надо потратить какое-то время, чтобы тебе там чего-то дали. А сейчас еще Google придет, как он называется? Что? Я заинтригован. Google Fiber. У них интернет там какой-то суперский. Они уже начали 3, по-моему, города. Один из них был Остин. Мы когда уезжали из Остина, они как раз там его внедряли. Так. Начали с Канзас. Ну, послушай, они начали с того места, где копать легко. Да, Канзас был первым, потом был в Юте. Угу. Прово, по-моему. И что и там? И вот потом Остин. И что дают?
Там какие-то бешеные цифры, я даже, даже боюсь назвать. То, что в российской глубинке давно стало реальностью. Да, это то, что люди говорят. День в кургане. Вот, значит, скоро придет в Америку тоже. Ладно, а мы пока что пойдем в магазин Фрайс.